Закончился первый раунд. Красным городом проект. Мастер спорта Сагатова Асель, Казахстан. Ей 20 лет боксом занимается, 8 лет еще Таяна ведет. Призер чемпионата мира 2021 года Польша. Трехкратная чемпионка Республики Казахстан. Тренируется Асель под руководством Галыма Баймангельева.
закончился второй раунд. В седьмом главе КАЭТ мастер спорта из Казахстана Аскар Балжан. 2001 года рождения, боксом занимается 8 лет. Она провела 78 боев, в 70 выиграла. Чемпионка Казахстана, призер чемпионата Азии. Тренируется Балжан под руководством Балжана Аскерова. Watch.
Бой окончен. Для награждения приготовится спортсмена весовой категории 66 килограмм. В этом бою единогласно решением судьи победу одержала Аскара Балжан, Казахстан.